Детское кино. Саратовские школьники снимают фильм о родном городе. Ученики лицея гуманитарных наук вышли в финал всероссийского конкурса детских средств массовой информации. Ребята будут представлять свой родной край в Санкт-Петербурге в конце апреля. Материал о малой родине снимают в национальной деревне, где еще рассказывать об истории Саратова и народностях, которые проживают и проживали на территории нашего региона. Девчонки и мальчишки выступают не только в роли корреспондентов, но и в роли режиссеров и операторов. На мой взгляд, это очень важно. Они становятся более раскрепощенными. Они учатся правильно выстраивать свою речь. Они расширяют свой кругозор. Они становятся более социализированными, что ли, можно сказать так.